взяли экскурсию. Ну, офигеть, места такие. На всю жизнь запомнится. Ой, да. Ладно, поехали дальше. Утро 6-го дня. 6 утра. Едем на экскурсию в Дахаб. Не знаю, что еще сказать. Хочется очень спать. Спали часа 4, наверное, и то далее. Плоховато. Еще тяжело, но стараемся. Салам. В общем, с утра пораньше готовы уже к новым приключениям. Сейчас собираем людей на маленьких автобусах, короче, подвозится в определенное место, там пересаживаемся в большой автобус и выезжаем в Дахаб. Как обычно, выстраивается, как он называется, друг за другом автобус, и сейчас ждем полицию, и вместе с полицией поедем дальше. Остановка по пути в Дахаб. Заехали в бедуинское поселение. Тут можно будет позавтракать. Ну, не то чтобы с бедуинами, но со своим сухпайком. И попить бедуинский чай, кофе. Что-то купить, если хочешь. Возможности буду снимать. Я тут сайт военные. Военных вообще нельзя снимать. В таком месте у меня сейчас проходит завтрак. Сейчас покажу, где дома. А, тут спряталась. Вот это. Вот наш автобус. Тесту. Военных нельзя снимать. Ну, цены, кстати, у бадуинов больше в два раза, чем в Шарм-эль-Шейхе. Поэтому бадуины... Ай-яй-яй-яй-яй. Да? Будут смотреть, вот будут краснеть потом. Ладно. По дороге в Дахаб мы увидели еще одну местную достопримечательность. Это гора в виде лежачего верблюда. Напомню, что экскурсию мы брали у нашего туроператора Тест-тур. Можно было, конечно, найти подешевле у других операторов, но мы остались крайне довольны тем, как прошло все. Тот же гид, что и при поездке на пирамиды в Каир, сопровождал нас в Дахаб. Спасибо ему огромное, он нам очень сильно помог. Держись, Горка! Как ты успел так далеко уже уехать?
мы где-то на Марсе, короче. Смотри. Этого вида сюда нас завезли, чтобы на фоне пальмы сфоткать. Я забыл, что я в нем. Как сказали, это самый узкий каньон во всем мире. Катаемся на квадриках, это вообще круто. Я первый раз в жизни сел за него. Блин, класс. Реально легче, чем на мотоцикле. Между горами Синайского полуострова. Я оставлю тебя. Я залезу. Да вон там снизу осталось. Я не сумею оставаться на одном месте. Вот дальше уходит. То есть вот он пошел. Класс. Жарко, конечно, в кофте так вот ходить. Но когда на квадрике едешь, то нормально. Что там ветерок сильный. В принципе, круто. Вообще, мы, как всегда, не знали, что нас ждет. Взяли экскурсию. О, офигеть, места такие. На всю жизнь запомнится. Ой, да. Ладно, поехали дальше. Скажите. Нам идти в голову вон туда. На самом деле очень жарко. Да, очень жарко. Сказали быть в кофтах, вроде как.
Сейчас вообще. Да. Представляешь, короче, между гор на солнце в кофте. Кто сказал, что в кофте? Не знаю, говорили ветры, но типа одевайте кофты. Это... Ну да, типа того. Сюда. Помню сюда. Вот этот вот вид, это просто. Смотри отсюда. Там внизу гоняют. Да. Так, ну и это еще не все, как я понял. А? Слетел платок. Сейчас куда-то к морю. И там тоже на квадриках, блин. Садись первое. Давай. Ой, у тебя со звездочками, смотри. С этими плёсками. Короче, сидим, держимся тут. Когда поднимается спину назад, и нормально. Сзади вот тоже такая же деревяшка, если прям по спине бьет. Верблюдов называют кораблями пустыни. Для транспорта используют одногорных верблюдов. Для спорта, для бега, для скачек, как там называется, двугор. Верблюды в своих горбах хранят воду. Верблюд у них очень полезное животное, очень доброе и послушное, и вообще преданное. Верблюды умеют инстинктивно находить воду. То есть как это делают? Бедуины несколько дней не поят верблюдов, вот, и оставляют его на жаре специально. Верблюд начинает сам искать воду, то есть инстинктивно он ищет в пустыне воду и ложится в то месте, где снизу есть вода. Он ее чувствует каким-то образом, дышит, лежит и дышит, не двигается. Значит, в этом месте надо рыть колодец. Вода обычно на глубине 20-30 метров.
Машина! Это быстро, да? Так, это попе массаж такой, приятненький, да? Не-не, нормально. А у тебя Феррари? Это точно Ламборгини, да? Этот мертвый какой-то. Салам. Что, нормально? Вообще отлично. Сегодня просто сказочно вообще. Первое впечатление. С одной стороны, офигенно, но надо не бояться. Приловчиться. У меня вообще первый раз в жизни. Самый первый заплыв хорошо получился, а дальше не очень пошло. И опять такая же фигня. И все, я больше не смогу. Вернее, поплыли назад. А очки нормально, да?
Ну так. Они поправляют, да. Но... Да не, нормально, в целом-то хорошо. Мне, я вообще просто первый раз в жизни еду. Нормально, хватит. И двух минут хватит, ну так вот. Смотри. Ну прикольно, знаете, я смотрел в бок там девочку, да, которая первая была. Ее вообще так вниз опустили сбоку, и там рыбы плавают, и они прямо ее держат и ее, значит, так ведут. Здорово. А, и еще он сказал, что типа сам не плыви, типа ты расслабься, а он тебя толкать будет сзади. Молодец, поздравляю! Спасибо! Еще погружаться, значит, у меня паника начиналась. Ну, в итоге все равно нормально. Я рад, что я это попробовал. Для первого раза пойдет. Вот. Потом был вкусный обед с морепродуктами. Постояли, посмотрели. Пейзажи просто такие, что слезы наворачиваются. А, и что, сейчас куда-то подплыли и вроде как опять предлагают поплавать. Мы, наверное, не пойдем. Согласиться, потому что обратно поплыву. В общем, сегодня 30 декабря, напоминаю, да? Осталось еще 3 дня, вернее 2. Да, 2 дня, 2, да. Завтра Новый год. Всех, кто вдруг смотрит это видео, вдруг вам так было скучно, что вы решили сегодня. Короче, с наступившим Новым годом. Чаще путешествуйте, добра вам, света, любви.